На конференцию областного общества «Знания» прибыло более 40 делегатов. Всего на Брещине в состав структуры входят порядка 1150 человек, представители разных отраслей и сфер деятельности. Все они, как члены общества «Знания», выполняют важную информационно-пропагандистскую миссию. Главная задача общества «Знания» – это задача, направленная на информирование граждан Республики Беларусь, чтобы мы осуществили конституционное право владеть информацией. Достоверная информация о социально-политическом развитии, международном взаимодействии, результатах деятельности в промышленности и сельском хозяйстве, идеологических основах государства, новшествах в здравоохранении. Список тем, которые раскрывают на своих семинарах, лекциях и обучающих курсах члены общества, обширен. Мероприятия проходят регулярно. В год проводится до 300 лекций и порядка 60 семинаров. С 2009 года на базе структуры был открыт Народный университет, который работает по 9 направлениям. Это правовое обеспечение хозяйственной деятельности и административно-управленческая составляющая организации, и идеологическая направленность работы предприятий, организаций, их хозяйственная деятельность и так далее, и так далее. То есть и здесь, в рамках этого Народного университета, мы тоже информируем и работникам предприятий, руководителям по интересующимся вопросам, которые актуальны в настоящее время. В рамках прошедшего мероприятия были подведены итоги работы за минувшую пятилетку. Состоялись выборы членов правления. К слову, 2017 – это 70-й юбилейный год для общества знания. Многого за эти годы удалось достичь, однако и перспективы для дальнейшего развития есть. Конечно же, сегодня мы будем поздравлять тех людей, кто активно работает в обществе знания, читает лекции, которые пользуются громадным авторитетом, которые выполняют и общественную работу у себя на предприятиях. Поэтому сегодня, вместе с тем, что это отчетно-выборная конференция, это, конечно же, и праздник сказать спасибо тем, кто работает на благо нашей страны. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.